Православная спартакиада «Покровские встречи» состоялась в Центральном городском парке Видного. В празднике приняло участие почти 7 десятков семей, как многодетных, так и из воскресных школ Видновского благочиния. Организовать мероприятие помогли курсанты клуба «Ратник» и его руководитель Михаил Кононенко, инструкторы по скалолазанию системы «Лиги активных» и турклуб «След в след». Один из участников спартакиады все снял на мобильный телефон. Мероприятие благословил директор воскресной школы Георгиевского храма города Видное священник Александр Шестопалов. Он отслужил молебен перед стартом. Очень собрано, организовано, с военной выправкой волонтеры-хронометристы передвигались с подопечными командами по этапам, среди которых были скалодром, стрельба, веревочная переправа и медицинская эстафета. Все, ребята, понесли. Давай, молодцы, оказываем помощь. После прохождения зачетных станций участники состязания, мальчишки и девчонки от 4 до 12 лет научились собирать и разбирать автомат, вязать узлы, пожарные и булин, устанавливать туристическую палатку, надевать противогаз и разминировать поле, стрелять в цель. Прямо в самую середину, в черного кружочка. Оба. Унылое небо не помешало нашим сплоченным семьям с пользой провести выходной день. Мирно трещали дрова в мангале, подогревая чай с архызскими травами. Ребятишки получили море эмоций и обрели новые навыки, а их родители радовались, что дети оторвались от телефонов и провели весь день на свежем воздухе. Более 20 килограммов солдатской каши ребятишки и их родители смели за считанные минуты. Мы хотим, чтобы наши дети отдыхали в своем кругу, без телевизоров, без электронных каких-то устройств, чтобы они приобщались к спорту, к семейным ценностям, к походам, к здоровому образу жизни. Прекрасно организовано. Чай, общение. Ну и спасибо за предоставленную возможность вместе с семьей в выходной день получить столько удовольствия и пользы. По итогам соревнования были определены три команды-победительницы – ВДВ, морпехи и победители. А главным призом стал невероятно вкусный торт от кондитера из многодетного сообщества.